Всім привіт! Это Женя Шахов из Италии, и сегодня я хочу обратиться к вам с просьбой выполнять все меры инструкции по борьбе с коронавирусом. Естественно же, оставаться дома, потому что это очень важно. Возможно, многие люди не проинформированы и не понимают серьезности и последствия от этого вируса. Находясь здесь в Италии, наблюдая за всеми событиями, и я могу сказать, что последствия очень серьезные. Оставайтесь дома, этим же вы можете сохранить себе жизнь и ближнему своего. Так что цените друг друга, всем вам крепкого здоровья. Добрый день, меня зовут Ян Лаштовка, я долго лет жил в Украине. Украина будет навсегда в моем сердце. Есть там много друзей, с которыми я на связи. Ну, хотел бы вам просто сказать и не наводить никакую панику, потому что у нас у всех очень тяжелое время с этим коронавирусом. Весь мир этим бьется. Хотел бы просто пожелать всем здоровья и будьте аккуратными. До свидания. Бережіть себе та своїх рідних, залишайтеся вдома. Привіт, друзі! Я Дуглас. Залишайся вдома. Будь ласка. Залишайся вдома. Залишайтесь вдома.